Хабиб Нурмагомедов не может вылететь из России, а Фергюсону ищут нового соперника. Сегодня утром чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в прямом эфире на своей странице в Instagram сообщил, что по-прежнему находится в Дагестане и по причине карантина не может вылететь из России в США. Таким образом, бой с Тони Фергюсоном находится под угрозой срыва. Американцы уже ищут нового соперника. Я в данный момент являюсь действующим чемпионом UFC. По моей вине бой не срывался. Я готовился и до сих пор готов. И только что я тоже, сейчас тоже я закончил тренировку. В данный момент тоже в любом месте, в любое время я готов драться с любым соперником. Так что в данный момент я нахожусь такой в недоумении, так скажем, что пройдет, как пройдет, в каком формате. И точно так же, как и у вас, у меня очень много вопросов. Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен уже в пятый раз подряд.